Ставшие уже традиционными для наших электоральных кампаний экзит-полы проходили сегодня по всей стране. В Семее анкетирование с раннего утра и до позднего вечера проводил Институт евразийской интеграции. Представители института задавали вопросы на выходе из избирательных участков. Их задачей было выяснить отношение избирателей к строительству АЭС в Казахстане и принятое по этому поводу решение каждого. Затем собранные данные передавали для подсчета. Специалисты говорят, многие легко открывали тайну сделанного выбора. Облегчил работу и тот факт, что, несмотря на выходной день, голосующих на участках было немало. Итоги экзит-полов традиционно раскроют сегодня после полуночи. У нас данный опрос проводится по, как вы знаете, по строительству АЭС. Здесь просто все вопросы, получается, заданные проголосовавшему человеку, они, ответы являются конфиденциальны. Людей уже много, да, было с утра. Люди отвечают охотно, я вам скажу.